Всем привет, мои дорогие друзья. Продолжаем мы играть в Wolfenstein The Old Blood. Так, у нас вторая глава, как я понял. Это нажать надо, да? Что это? Дальше поедем. Здесь мелочь. Открыть ворота крепости. Блин, а как я его убью, если он не поворачивает? И только вот так, да. Кто стреляет? Птичку бери. Ой, господи, боже. Так. Да, что ли? Вряд ли. Так, давай смотреть. Давайте, точнее, смотреть. Кто-то куда-то топать опять. А вот. Что это? А где это моя? А вот она, да? А, то есть я ехать туда не смогу. Надо будет плыть. Ладно. Поплыли. Странно тут, ну, плавание сделать какое-то, вроде как ускоренное, но все равно как-то странно было. Видите, как, может быть, под реалистичность сделали. Реалистичность, так. Карта дополнена. Да ладно, что-то мне до этой карты, мне надо идти дальше. Так. Ага. Давай. Thank you.
Блин. Где эта стена? Вот она. Черт. Да какой к черту пистолет, а? Так. Ай. Отлично. Так. Своего что ли завалил? Молодец. Блин. Во. Уже можно присесть. Подожди, куда я тут и плыву вообще? Я же обратно плыву. Что за хрень?
Подожди, что это? Вольфенштейн 3D. Ё-моё. Я, конечно, попробую его пройти здесь, но ничего не обещаю. Так, подожди. Хочу патроны тут возьми. Куда идти-то? Скрытно убивать. А, круто. Что там? Не можете показать выход отсюда?
Как тут ориентироваться вообще? Не, ну вообще-то должен быть конец вообще. Или мне до конца его проходить надо? Или Wolfenstein 3D. Не, конечно, идея прикольная, что так сделали для Утку, но как бы не совсем для меня, потому что я в 3D-версию особо так не играл.
Нет, ну куда идти здесь? Какой дверь? О, кажется, конец. Да, кажется, это он. Ну или, по крайней мере, новая зона. Не пойму, вы хотите что, что пока я сам не сдох, что ли? Какие-то новые появились. Здесь я уже был. Там какая-то еще одна дверь была. Нет, здесь был. Здесь. Серьезно, что ли? Я, конечно, все понимаю, но я хочу проходить дальше. Вы серьезно хотите, чтобы я прошел? А, полностью вот это вот все. Эта дверь. Эта дверь. А вообще тут больше делать нечего. Thank you.
Короче, ищем какого-нибудь врага и пускай он нас убьет. Хотя я что-то сомневаюсь, что мы кого сейчас найдем, потому что я просто всех убью. Закрыто. Как закрыто? Почему закрыто? Типа я всех тут еще не убил, что? Ой, блин. Там я уже был, не там был точно. Там мне тоже делать особо нечего, сейчас пойду все двери проверять вот здесь. Так-то оригинал как у Wolfenstein 3D я играл, но здесь видите ли как-то не так сделали. Где тут конец вообще? Нет, ну тут продолжить играть. Короче, вот серьезно, пускай убивает. Да ладно. Неужели? А, вот что мне надо было сделать. Блин, мне от этой графики уже просто глаза болят. Я не графодрочер, просто серьезно. Они лучше, мне кажется, в оригинал этого поиграть, чем... Так вот с ума сходить. Thank you.
вообще. Офицер, ё-моё, а ты зараза конченая, а? Два. Шумное оружие. Ну конечно. Сюда. Офицер не дойдет. Ой. Да пипец, блин. Вы чё? Я вам тут чё, Рэмбо, что ли? Какого хрена? Черт.
Кажется, убился. Он тут позорок патронов здесь. Так, ключ. Ё-моё, а это там должно быть. Бери, все бери. Ой, ё-моё. Минут нож. Да, я уже помню. Ой, ё-моё. Чё ты не на ту кнопку, что ли, нажал? Когда не надо, ты метаешь нож, а когда надо... Когда не надо... Так. Не могу, чтобы прыгнуть в небо.
аккуратненько. Опа. Сколько всего надо взять? Ладно. А чё? И сюда что ли? Я думал, мне типа это лифт. А, вот. Так, офицер, надо его прикончить. Кажется, да, еще один. Блин. Что это? Кто? А, вот кто. Начал.
Так, вниз или наверх? Вниз. Кажется, все. О, что длинная голова была вообще. Правда, не голова длинная, дальше. Да. Wolfenstein 3D, блин. С ума там не свел. Такие как бы ролики здесь интересные. Короткометражные, блин. Вот уже третья глава. Короткая же игра. Офигеть, это что, босс? Это... Ну, похоже, да, босс. Ой, ё-моё, ну как босс? Не совсем босс. Мини-босс, так скажем. Идите своим. Так, подожди. Вот так. Блин. Офигеть, сколько надержало тут сразу. И
Иди ты нафиг. Одно хп ее. Мое. Иди куда ты? Где, когда, куда стреляли? Подожди, где он? А, вот, блин. Зараза. Так, подожди. Сдохни, сдохни, не знаю. Мне нужна аптечка. Да что ты патроны берешь, а аптечку не взял ничего. Офигеть, сколько я положил. Рэмбо. Ё-моё, ты-то не будет тебя здесь. Эх. Вот фиг вам. Еще сохранение какое-то прошло даже. Оба. Блин! Ты... Так, тут... А! Можно бибикать уже.
Так, 20 и 23. Это трудно будет. Ну, в принципе, все уже. Можно сказать, тревогу подняли. Оба. Осторожно. Здесь там кто-то... Есть еще какой-то субъект, который может меня заметить. Ой, вон еще один офицер. Просто патронов не хватит на вас всех тут. Круто. Так, что-то я... Одни и те же места. Закрыто. А, вон там что-то есть. Какая-то надо наверх. Наверх-то как-то надо. Вот. Наверное. Да-да-да-да, именно так. Труба здесь просто незаменимый инструмент в этой игре. Как я погляжу.
Так. Ну ты чё? Блин. Да и когда не надо, ножи кидаешь. Когда надо... Ни хрена не кидается. Так. Это я вообще... Я сюда обратно пришел, да? Да. Ничего не надо. Хотя подожди. Можно вот сюда сходить еще. Вот здесь. Ничего? Серьезно? Подожди, а если повнимательно посмотреть? Ладно, там ничего. Допустим. Здесь тоже ничего нет, похоже. О, что это? Alas, poor Yurik. Oops. Закрыто. За... Так. А, вот. Нифига себе. Так сразу и вообще не заметил, как печка, блин, там стоит. Так, а тут офицеры. Сейчас я... Секунду, ребят. Сейчас буквально пару секунд. Так, 16-13, а где они конкретно-то? Это прям вообще рядом. О, как еле вы-то. Вы знаете, я тут двоих могу. Короче, поднимайте. Отряд уже вышел. Иди сюда, офицер. Так, а там что? Вот это. Вот. Секретка, что ли, какая? Походу, да. Или проход. Что
там грязи. Вы нашли секретную обувь. Ха, какая же это секретная обувь, тут он спрыгнуть и все. Нашли секретную обувь. А, это опять этот... Нет, я там играть уже не буду, идите вы нафиг. Идите вы нафиг, я сказал, я не буду это играть. Можно отсюда выйти? Так, здесь я отсюда пришел. Так, ну здесь нет ничего. И нет, я отсюда пришел я. Ну куда же идти-то? Остается только, видимо, где там будет проход сейчас? И закрыто. А где это было-то? Нет, нет, нет. А, вот эта дверь как-то открывала. Ладно. Что там, за лестница такая? Да ё-моё. Ну и куда здесь? Быстрее не получается еще. А!
Ну опять же, вот что это такое? Так, надо вниз. Таким образом. Как тут попасть? Пока я вижу только лестницу вверх. Как тут вниз? Если я прыгну. Я не могу так прыгать, я просто разобьюсь как... Не знаю кто. Вот опять такая ситуация. Тут не зря же эта лестница. А, блин, опять. Вот. Тихо. 30 метров. Это офицер. На, ой, блин, вдруг ко мне идет походу. Что делать-то? Нахуй. Подожди, да не ты мне нужен, а офицер, во-первых. Ну это не офицер, это просто солдат. Мне нужен офицер. Вон он, походу. Нет, это не он. А, вот он. Первый. Подожди. Убей его быстрее. Одного. Второй где? Второй где? Второй. Где второй? Блин. Долго не понял, не успел. Или успел. Нет, вроде.
Подожди, куда идти-то опять? Тут единственный вопрос, в таких запутанных местах, когда врагов побеждаешь, вопрос, куда топать? Потому что тут очень много всяких фагов и выходов, что просто пипец какой-то. Короче, вернемся в самое начало. Вот почему мне тут это. Я ж хожу туда-сюда фактически. We've gotten ourselves into it. I don't know how you pulled through it, soldier. Come on. There you go. I have a secret trick. Count to four. Inhale. Count to four. Exhale. You got it. You should try it. He's here. You all right there? Huh? Ah, I was a bit worried we had lost you. Greta, Blythe. Greta was hungry. I didn't want the flesh to go to waste. I'm sure you understand. You sick little Nazi fuck. Aha! Little Nazi fuck. You are a funny man, clown of the class when you were a boy, I would guess. Well, the funny ends here. My father died of electrocution. Such accidents were not unusual at the coal fields of Hua Valley. I remember my uncle telling me that he was standing in water when it happened. Water is a conduit for electricity. And what is in our bodies? That is right, water. When I press this button, electricity will flow through your body, carried by this water, and it will cramp up and you will feel the most intense pain you've ever felt in your life. If you do not want to feel this pain, which is completely understandable, you need to answer my question without hesitation. So, who is your contact in the village? Claus. Who is this Claus? Santa Claus. Шутник. Your comedy act won't save you. Talking will. Why do you insist? Your boys are dying out there on the beaches and the fields. It's pathetic, like pulling the wings off an insect. Your war is lost. When I break free, I will fry you in this chair till you die. Last time, then I will kill you. Who is your contact? Yes? And when I'm done with you, I will kill your dog. Let me. Вот так. Killed your fucking dog, Rudy. Achtung an alle Mann! Ich will, dass jeder verfluchte Einzelne von euch das anatomische Theater angreift! Dort ist
Sorry, I couldn't save you, pal. Да. Так. У меня оружие есть? Нет, у меня оружие. Надо как-то убить кого-то. Да блин. Давай быстрей. Да что ты будешь делать? Такой тут хуйня. Вот отлично. Там что? Пора сваливать отсюда, наверное, куда-нибудь. Опять что-нибудь там припрятали, какой-нибудь проход. Я так погляжу. Так, подожди.
Да блин, куда тут идти-то вообще? Подожди. Столько я тебе говорю входов и выходов, что... Можно реально не то что заблудиться, а с ума сойти. Да неужто? Ну, кажется, все. Get a grip, BJ. Carry on with the plan. Grab a cable car to the village. Rendezvous with Kessler in the tavern. No hill for a stepper, right, Billy boy? No hill for a stepper. Вот четвертое бегство. Вот мы прошли за одну серию, две главы фактически. Ну давайте на этом пока закончим. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорой встречи.